Что там у тебя? А, ерунда этот ваш целерий. Ох, чтоб меня во все места. Погоди, друг. Есть! И это называется заперто. Какой-то придурок оставил запасной вход. Сеть Менендеса. Все страны, которым настанет жопа в новой холодной войне. Погоди-ка. Нью-Йорк? Вашингтон? Пентагон? Шанхай? Пекин? Гонконг? Менендес планирует атаку на Америку и Китай. Хочет одновременно избавиться от двух сверхдержав. У всех файлов одинаковый префикс 619. 619. О, господи, 19 июня. Это же... Это завтра. Хуня де Семеновена. День свободы. Отмена рабства. Вот сукин сын. Свяжите меня с Бриксом. Адмирал, кибератака состоится 19 июня, завтра. Надо срочно отправляться в Йемен. Нет, вы отправитесь туда. Захватите Менендеса для допроса. Свяжитесь с Фаридом и ополчением Йемена. Нам нужна их помощь. Адмирал, это ловушка. Менендес с самого начала следил за нами. Если отправимся в Йемен, он лишь добьется своего. Собирайте людей. У вас всего 2 часа. Канал связи установлен. Принято, Харпер. Система отслеживания союзников не работает. Мы не можем пометить тебя как своего. И как бы ситуация ни складывалась, когда кругом засвистят пули, помни, раскрываться нельзя. Держись там, мы вытащим тебя. Мы почти готовы. Мы готовы. Да, да. Американцы идут, Фарид. Среди нас есть предатель. Но как? Кто? Это не важно. Я все равно на шаг впереди. Твоего слова. Они хотели свободы, и они ее получат. Идем, Фарид! Пора! Тропа. Иди туда, мы встретимся, когда наши СВВП будут на месте. Фарид, ты нашел Менендеса? Нет. Черт, наверное, он проскочил через Хельмица. Фарид, я вижу движение внизу на улице. Фарид! У тебя на руках кровь американцев, Фарид. Конечно, Менендес. Надо увезти тебя в безопасное место. Мы теряем слишком много людей. Победа не измеряется в потерях, Фарид!
Фари, ты там как? В нас попали! Мы падаем! Ее важнее успехи! Вот черт! Твою мать! Я! Черт! Здесь! Отвалите от меня! Ты знал, что я буду здесь. Кто меня предал? Ты зря теряешь время, чертов ублюдок! Ты ни хрена от меня не добьешься! Что? Это все, на что ты способен? Горит! Да, так и есть. Убей меня, ботаник! Убей его. Что-то не так, Фарид. Ты бесхребетный кусок дерьма! Заставляешь других делать за тебя грязную работу! Какой ты после этого мужчина? Докажи мне свою преданность, Фарид! Давай уже, ботаник! Делай свою работу! Давай, Фарид! Парень, сделай это! Давай! Или яиц нет меня пристрелить! Фарид. Шектор. Харпер мертв. Я? Тебе не было выбора. Менендес направляется в цитадель, откуда сможет видеть весь город. Надо перевести Фарида на Обаму. Выдвигаемся. Давай. Вперед. Это Салазар. Сбито много орлов. Нужна эвакуация из точки Спарроу. Кракен, мне нужен контроль над эскадрой дронов для захвата Менендеса. Отправляем вам копию. Дроны перепрограммированы. Блокпосты, где сейчас находится Менендес? Сэр, силы противника установили защитный периметр вокруг цитадели. Объект, по-видимому, находится внутри сбитого командного СВВП и ведет по нам интенсивный огонь из бортового тяжелого пулемета. Следить, но огонь не открывать, он нужен нам живым. Менендес! Взять его! Спасибо, Дэвид. Помоги мне найти новый мир. У нас наготове 1000 дронов, готовых к запуску по моему приказу. Если Россия или силы самообороны что-нибудь затеют, знаете. Министр Петреус, армия наготове. Последний раз боеготовность третьего уровня объявлял министр Рамсфелд почти 25 лет назад. Знаю. В тот день я лично возглавил патруль. Президент Босворт передает привет. За души тех, кто старался, трудился и мыслил со мной. Но основной труд все еще впереди. Уберите этого мудака с моей палубы. С радостью, сэр. Мы его взяли. Ах!
поговорить только с Дэвидом Мейсоном. Приведите его. Я все ему расскажу. Дэвид? Личность установлена. Мейсон, Дэвид. Сканирование проведено. Делай все возможное. Я буду на мостике. Мне уже не 10 лет. Но можешь попробовать повторить свои фокусы. Богатство – грех, и мы за него поплатимся. Вот ведь самодовольный кусок дерьма. Хватит говорить загадками! Ее отняли у меня. Ты уже знаешь, каково это? Склад сожгли ради выплаты по страховке. 11 тысяч долларов. Вот во сколько ценили ее жизнь. Она была смыслом моей жизни. Ну а ты, Дэвид, ради чего живешь ты? Ради меня? Эйнштейн как-то сказал, анархия капитализма является истинным корнем зла. Твой отец и эти люди отняли у меня Жозефину. И вот, супаесту морту, твой отец мертв. А эти люди... обречены. Да, продолжайте, адмирал Брикс. Надо разобраться. В воздушное пространство Обамы вошел пассажирский самолет. Стоп, это птицы? Я бы раздавал... законы строгие среди этих дикарей. На нас напали. На нас напали! Но их тут сотни. Мы только что потеряли видеосвязь с камерой допроса. Следите за Мелендосом. Встретимся на мосте. Если он шевельнется, убить его. Понял. На Обаму напали. Из этой комнаты никого не выпускают. Ты знаешь, что я тебя не убью, Дэвид. Но если не бросишь оружие, я убью твоего друга. 5 секунд на решение. Как ты? Надевай. Повернись. Сбежал. Что? Наемники начали воздушный штурм флота. Они проникли на борт Обамы. Они используют стелс-технологии. Мы задели только 10% их самолетов. Нам нужны тяжелые орудия из арсенала. Они убили охранников Менендеса. Берите все, что нужно. Менендес один бы не справился. У него и тут есть люди. Надо сосредоточиться на контроле над Обамой. Готов? Вперед! Давайте! Глазар, спускайся вниз, охраняй Брикса. Ясно. Закрыть двери серверной. Никого не впускать, не выпускать. Скоро все закончится. Удачи, сектор. И тебе, сын. Ну уже! Адмирал Брикс, терминал управления наглухо заблокирован. Пытается наладить связи с сектором. Революция делала с намного быстрее. Менендес всегда на шаг впереди. Мы должны его найти. Отправляйся в комнату охраны. Нет, мы не должны вагон подключить камеры. Уже в пути. Сектор, у нас нет камеры. Они смогут потерять всю эскадру. Наш единственный шанс полной перекачки. Самоубийство. Сектор, слышишь меня? Адмирал Брикс. Связи нет, не слышно ни слова. Закрыть дверь. Что с системой безопасности? Через пару минут мы их включим. Мне нужно прорезать эту стену немедленно. Я потерял связь с адмиралом Бриксом. Он может быть в опасности.
мы получаем картинку с камер. Запусти распознавание лиц всех людей на корабле. Мы должны найти Менендеса. Поиск совпадений в базе данных системы безопасности. Перезагрузка всей системы — это серьезный риск, сэр. Нет гарантии, что она потом запустится. Это лучше, чем сейчас, когда она истребляет систему. Делай! Сэр, мне нужно получить ваш допуск. Брикс, Менендес совсем рядом с серверной. Не отключайте систему. Без нее Менендес ворвется внутрь. Брикс! Менендес. Брикс сейчас перезагружает все системы. Пытается вернуть контроль над защитой. А Салазар? Там же. Рядом с Бриксом. Адмирал Брикс! Я сдамся, когда все закончится. Парень, я увижу твой труп еще до того, как ты решишь сдаться. Я тебя не виню. Почему бы Салазару это не сделать? Брикс хороший человек, Менендес. Не убивай его. Выстрели в ногу. Он жив. Спасибо, Рауль. Если мы сегодня победим, адмирал Брикс поймет, почему я оставил его в живых. Твою мать. Всем офицерам СБ, командир Дэвид Мейсон. Салазар, боец отряда котиков, работает на врага. Пробей раненых. Он так и задумал. Менендес пронес на артиллерийский чип и взломал систему. Теперь в его руках сеть спутников, управляющая всей эскадрой дронов США. Мы должны сообщить в Пентагон. Будь осторожен. Если даже Салазар влип, то никто от этого не застрахован. Удачи. Лазарет его. Пусть инженеры срочно этим займутся. Нужно найти источник сигнала управляющего спутниками. Сектор, это команда службы безопасности «Эпсилон». Мы взяли Салазара. Он сдался без боя. Ты где? Второй ангар. Уже иду. Что с Менендесом? Он убил одного из наших. Пара секунд не хватило, сэр. Ты нас предал, Салазар. Сегодня трудный день, Сектор. Но завтра мы все победим. Вывести его. Я иду за Менендесом. Внимание всем, кто меня слышит, говорит командир Дэвид Мейсон. Система обороны под угрозой. Готовимся к эвакуации. Покинуть корабль. Повторяю, всем покинуть корабль. Мы опоздали. Менендес уже в воздухе. Он контролирует всю эскадру дронов.
вот-вот спустит наши дроны на весь земной шар.